наверное, уже прочитали в соцсетях, сам доступ сюда, к зданию суда, для наших сторонников был крайне затруднен. То есть были военизированные машины, которые ездили по верхнему Чилю. Были машины МЧС, которые с громкоговорителей призывали людей оставаться дома. И более того, гаишники останавливали любые транспортные средства, проводили допрос, не абсолютно незаконный. То есть те люди, которые сегодня здесь появились, они пробрались с огромным трудом, чтобы появиться в здании суда. И здесь, оказавшись здесь, мы понимаем, зачем это все делалось. Мы видим проплаченный наемный митинг в поддержку Сооронбая Жээнбекова там, с самого входа. И более того, то есть в самом начале, когда мы сюда приехали, мы оказались в западне, потому что с той стороны стояло еще 15 проплаченных молодчиков, готовы в любой момент организовать провокацию. Но я хочу сказать, что люди, которые здесь собрались, они пришли сюда проявить свою гражданскую позицию. Они сознательны, они не поддаются на провокацию. Мы пришли сюда заявить о том беспределе, который творится сегодня в Первомайском здании суда. Что мы, наверное, быть сумасшедшим или полоумным, чтобы сегодня поддерживать Сооронбая Жээнбекова. Я уверен, что это проплачено. Благодарю вас.